Всем привет! Сегодня я хотела познакомить вас с пылесосом Philips модели FC9573. Модель достаточно популярная, и мы тоже решили его приобрести. Пылесос комплектуется 5 насадками. Это стандартная насадка Триактив от Philips с переключением ковер-пол. Выглядит она вот так. Выполнена из прочного пластика. Есть насадка для мягкой мебели, щелевая насадка, которая вставляется друг в друга и удобно хранятся на телескопической трубе. Мягкая насадка, встроенная в трубу, и турбощетка, которая актуальна для людей, у которых есть домашние животные. Пылесос имеет два варианта. Хранение, горизонтальные и вертикальные, что позволяет экономить пространство. Колеса прорезиненные, включение на корпусе, автоматическое сматывание на корпусе. Есть возможность регулировки мощности, паркет, палас и мягкая мебель. Такая же регулировка есть на ручке. Труба телескопическая. Выполнены из прочного металла. Колеса прибора прорезиненные, но сам пылесос не маневренный. Углы постоянно сшибаешь. Изюминкой этого пылесоса является контейнер, который вынимается одним нажатием кнопки. Также легко освобождается. Экономит время. Главным плюсом является то, что при полном заполнении контейнера мощность пылесоса не падает. К минусам, кроме маневренности, я бы хотела отнести, это мое личное мнение, по личным ощущениям, вот эту гофрированную трубу. Она доверия не вызывает, и с ней мы очень аккуратно обращаемся. В целом, покупкой пылесоса мы очень довольны. Со своим прямым назначением прибор справляется. За 2 месяца он себя проявил очень хорошо. И можем рекомендовать данную модель как одну из наиболее удачных.